жри говно, ты будешь жрать говно. Кто бы тебе что ни сказал. К тебе на протяжении 5 лет относились по-человечески, и ты, сука, блядь, да, сука, вот, конченая. Вот, человек, вот почему ты сидишь только на, вот, на МКС? Вот ты 5 лет за все время, что на Дискорд только сидел на МКС. Никуда ты больше не ходил. Почему? Потому что на остальных сервера тебя выгоняли. Да, головорок. А также была и Skype-конференция, что все гнали. То же самое. То же самое. Петя тебя приютил. Да, к нему нормально начал относиться, выслушивать его мнение, пытаться с ним пообщаться, давал ему возможность, потому что понимал, что этому человеку тяжело, он одинок. У нас была даже мысль тебя главным по безопасности сервера назначить, а ты вот так. Я же еще раз говорю, вот это самый настоящий русский, нож в спину, понимаешь, никакой он не башкир, башкиры они другие совсем, а это гнида кацапская, московит вонючий, запроданец. Как же ты так мог? Нам сколько Пепел про тебя говорил, а? Пепел тебя так нормально к тебе относился, блин. А ты, сука, какая, блядь, оказалась? Ты пошел подлизывать шраку, блядь, тех, кто в рот тебя ебал, блядь. Тот же питерский, блядь, все вокруг тебя пошлют нахуй, блядь. Потому что ты для них инвалид, долбоеб, тупорый. Да, это же он же пошел на ФБР, потом вернулась, это их модераторша, это какая-то уралочка. И она же говорит, кого ты мне привел, то есть она начала, грубо говоря, тебе плохо высказывать. Она тебя прямо обидела, за счет внешности, за счет всего. А вот ты потом берешь и подлизываешь этим модераторами. Как так? Ты понимаешь, дожить, кричит, говорит, вы все малолетки-то тупые. Дожить после 50 за полтинник и быть таким тупым. Да, возраст это отдельный разговор. Он часто любит... Я веду к тому, что быть таким тупым, не понимать, насколько к тебе человек относится снисходительно, нормально, спокойно, по-доброму. И... сюда не захожу. Мне все спросите. Жалуются, весь интернет жалуется на тебя. Так никто его слушать не может. У него речевой аппарат же проблемный вообще. Он же половина букв не выговаривает. Да, может, когда он... Может. Да, как конечно. Он мягкий голос начинает включать в этот баба Толя, это вообще... А мы его терпели, мы с нисходительно к нему относились, Толечка-Толечка там. И шо получили? Мне сказал питерский, что ты ссыкун, блядь. А ты не ссыкун. Кто? Ты кто? Кто такой питерский вообще? Ну, да, чурка вот эта питерская, непобритая. Ну, да, ну я понял, это чушка машина. Первый раз такого не бывает, а там, блядь, в час ночи, короче, наваленный, понимаешь, микрофон невозможно. Да, да, рассказывать, кто ссыкун, а кто нет. Это пиксели на экране. Ты алкоголик, ты слишком, понимаешь, вот я заметил, когда кто-то знает, ему что-то говорит, какое-то свое мнение, он его в грош не ставит. Когда кто-то из таких, как питерский, там, Ссыкун и так далее, так он как будто это за истинное. То есть он не ставит под сомнение его. Что за он не понимает, что, ты понимаешь, Головрук, он не понимает о том, что они же его